Сричайтанна-прабхам банде балайопи жадану грахат таре нана мата грахам вяпта сиддханта сагарам. Гаудия Гоштхипати Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, in the way of pure devotion there cannot be any compromise. Гаудия Гоштхипати Шри Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что на пути чистой преданности не может быть никаких компромиссов. И вот Шрила Прабхупад сказал, что на пути чистой совершенной преданности не может быть, нет места никаким компромиссам. Мы не можем идти ни на какие компромиссы ни с кем. Это не позволяется на пути чистой преданности. А если мы идем на компромиссы, то это уже не будет являться чистой преданностью. И вот компромисс значит то, что мы оставляем что-то хорошее и принимаем что-то плохое от кого-то, с кем мы идем на компромисс. И вот поэтому точно, что если мы идем на компромисс с кем-то, то мы принимаем что-то плохое от кого-то, что несовершенно, и теряем что-то хорошее. И таким образом мы отклонимся от пути чистой преданности. И вот Шрила Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути нашего Гурудева, оно может в итоге сбросить нас с пути чистой преданности. И это не шутки. Чистая преданность – это не шутки. Я говорил в Девананде Гаудия-матхе в прошлый раз, что гуру вайшнавы, они имеют такую силу, такую способность, такую огромную силу, что они могут они подобно тому, как Кришна, он привлекает всех, так и гуру вайшнава, которыми чистую преданность, они тоже привлекают других. И имея преданность, они видят Господа в своем сердце, поэтому если кто-либо приходит к гуру вайшнавам, они чувствуют некое удовлетворение, любая душа. Естественно, те, кто у кого какой-то демонический склад ума, мы о них не говорим, а какие-то обычные люди. Может, они какие-то грехи совершали, но это не столь важно, осознанно или неосознанно все совершают какие-то грехи. И вот оскорбления, они очень опасны. И если кто-то не совершает оскорблений в этом материальном мире, и он приходит к гуру и вайшнавам, они чувствуют какую-то радость, какое-то удовлетворение. Например, кто-то приходит с каким-то тяжелым сердцем, чтобы выразить свою печаль. Вот как, например, Читракету царь, и когда у него умер сын, он был очень опечален, и когда Нарада Садимуни пришли, чтобы утешить его, и в итоге он был и Нарада смог помочь ему, утешить его в его горе. И единственный путь, открытый перед нами, это прийти к гуру вайшнавам. Если какое-то горе, какое-то неудовлетворение в нашем сердце, какая-то боль, то единственное, что мы можем сделать, это прийти к гуру вайшнавам. Мы не можем ожидать помощи от каких-то обусловленных душ. И это главная проблема, что если какая-то одна обусловленная душа зависит от другой обусловленной души, то если они
пытаются помочь друг другу, то, как правило, оба в ад отправляются, и ничего хорошего не происходит от такой помощи. И вот в Бхакти Расамрита Синдху мы находим такие слова. Принанам сарва джагатам значит, гуру и вайшнава не могут помочь каждому. Например, какой-то гость пришел в ваш дом, и вот вы накормили его, этого гостя, и хорошо приняли, и таким образом, вот как подобно тому, как все заботятся о гостях, согласно хинду-шастре, гости, они подобны Нараяне. Например, если вы что-то собрались есть, но или уже едите, то если гость какой-то пришел, то вы должны поделиться этой едой с гостем. Если он все съест, то вы, соответственно, поститься должны. Вот Чила Пури Госвами Махарадж, он всегда так поступал, когда в Калне жил. И вот если прийти к Горкишодас Бабаджи Махараджа, то или к Бхагавандас Бабаджи Махараджа, что можно ожидать от них? Им самим негде жить, вас тем более негде разместить. Но все же, если вы придете к чистым гуру вайшнавам, то вы почувствуете какое-то удовлетворение в вашем сердце. Я не знаю, как его описать, но это так происходит, и вы почувствуете какую-то радость в вашем сердце. Ее тяжело объяснить, и вот вы будете довольны, придя к ним. И много раз случалось, что к Бхагавандас Бабаджи Махараджу или к Голокишодас Бабаджи Махараджу или Вамшидас Бабаджи Махараджу кто-то приходил с какой-то просьбой или с каким-то горем. И Бабаджи Махарадж спрашивал, что случилось. И вот однажды какая-то женщина пришла со своим сыном и сказала, что если вы сможете спасти этого ребенка, то очень хорошо, если не сможете, то я тем более не смогу. А что случилось? И вот сегодня астролог ему предсказал, что сегодня день его смерти, и какая-то змея, она убьет его. Вот в его гороскопе написано, что сегодня последний день его жизни. Как подобно тому, как Парикшит Махарадж, когда он тоже был проклят, что он умрет через 7 дней, что и Парикшит Махарадж, он принял это проклятие. Это материальный мир, на санскрите Мартья Джагат называется, материальный смертный мир, и здесь все обречены на смерть. Кто будет жить долгое время, нету никакой гарантии в нашей жизни, уже посчитано, сколько мы будем жить, сколько суждено судьбой. И единственный путь, чтобы прогрессировать в нашем баджане, это молиться гуру и вайшнавам о их помощи, о их милости. Это единственный путь для настоящего прогресса. И вот Парикшит Махарадж, он был обречен на смерть так же, как и все остальные. И вот в течение 7 дней
И также Парикшит Махарадж, он получил возможность слушать Бхагаватам Катху. Как мы слышали перевод этой шлоги о саду-санге, но чувство — это другое. Мы можем перевести эту шлоку, но почувствовать сердцем, и день и ночь мы можем... Но если мы осознаем все значение этой шлоки, то мы будем молиться каждую секунду о саду-санге. Я хочу обрести саду-сангу, поскольку... Если я обрету саду-сангу, то в этой саду-санге непрерывная харикатха происходит. Я говорил в прошлый раз, что тот источник, из которого исходит трансцендентный звук шабда-браман, то он зовется Гурудевом, Садгуру. И так, таким образом постоянно слушать харикатху можно от Гуру Вайшнавов. Даже те, кто достигли совершенства нитья-сиддхи и садан-сиддхи, они тоже молятся, чтобы обрести саду-сангу. Они нитья-сиддхи, но они хотят обрести саду-сангу, поскольку когда Верховный Господь хотел благословить их, чтобы они обрели саду-сангу, вот в любом рождении, согласно нашему рождению в следующей жизни, то не столь важно, вот в этом киртане говорится, что не столь важно, где мы родимся, но главное, чтобы у нас была возможность обрести саду-сангу. И вот сатсанга, мы хотим обрести сатсангу. Сатсанга даст нам полную защиту. И поэтому Верховный Господь, Он хочет благословить нас. И Шрила Бхактивинода Тхакура, Он постоянно молится Верховному Господу. И вот он молится Господу, чтобы обрести сатсангу. И не только это, а также он просит Господа, чтобы каждую часть секунды наша вера в Гуру Вайшнавов, она возрастала. И это главная суть мистерия баджана. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он учит нас, что мы настолько слепы, что мы не можем даже осознать своего положения. Шрила Бхактивинода Тхакур в своих киртанах, он молится Господу о том, чтобы его вера в Гуру Вайшнавов, она увеличивалась каждую секунду. И вот это такой путь, благодаря которому мы можем прогрессировать, но суть, то, с чего я начал, я хочу сказать об этом. Еще раз, вот Махарадж начал с этой шлоки, и также он сказал, что мы не должны идти ни на какие компромиссы на пути чистой преданности, если какая-то организация, какой-то ачарья, они что-то упрощают, не следует полностью всему. То есть люди, которые хотят все упростить, не давать должного
внимание на какие-то определенные вещи, вот как Махарадж пример с образованием приводит, что кто-то весь год не учится, потом читает какие-то конспекты и по ним сдает экзамены. То есть это, и таким образом знание получается неполным. Что мы сделали для Гоу-вайшнавов? Посвятили ли мы им свое сердце и душу и все тело? Когда мы клонимся вот этой мантрой, в ней говорится, ну, что мы клонимся телом, умом и сердцем. И вот компромисс, как Радхараньяна, никогда идет ни на какие компромиссы. Сичетани Махапрабху тоже. Сичетани Махапрабху никогда не шел ни на какие компромиссы. Единственное, что мы можем получить, это какую-то особую милость. Сичетани Махапрабху, он может простить нам наши какие-то недостатки. Это Навадвипа Дхамма также. Они могут простить нас за наши какие-то недостатки. Но во всей лиле, Сичетани Махапрабху мы не можем увидеть ни одного случая, когда Сичетани Махапрабху он пошел на компромисс с кем-то или чем-то. Сичетани Махапрабху, даже те, кто настоящие последователи Сичетани Махапрабху, даже внешне он как вот случай с Чота Харидасом Махапрабху, отказался от него. И таким образом Брахмананда Бхарати, и вот Сичетани Махапрабху, как он соблюдал такой совершенный идеализм и никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем на пути чистой преданности. Внешне Махапрабху показывал, что я не могу простить вас, если вы не будете повторять Лакхаринама, то Сичетани Махапрабху, он сказал, что даже не примет никаких подношений от таких людей. И поэтому мы должны выделить время, чтобы воспевать лак святых имен. Power coming. I promise you, you can try. Right from the 2:30 or at least 3 o'clock, or if not 3 o'clock, 4 o'clock, you try to do and see, check out. И вот если мы будем повторять лак святых имен, то мы увидим, что это будет огромной помощью на нашем духовном пути. И такое воспевание святых имен — это настоящий отдых. Это не моя сиддханта, это сиддханта Сичетани Махапрабху. Когда Сварупа Госвами и Рай Рамананда, они ушли из Гамхиры, они сказали: «О Господь, сегодня уже полночь, нам надо идти, Говинда, не гневайте, отдыхайте». И Господь говорит, что такое отдых. Поскольку, когда вы говорите харикатху и совершаете киртан, я отдыхаю по-настоящему, а когда вы уйдете, я не знаю, что случится. И вот великий вайшнава, как Гор Кишодас Бабаджи Махарадж, Бхакти Винод Такур, Шрила Прабхупад, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, можно изучать их историю жизни, то можно видеть, что они отдыхают, говоря харикатху и совершая киртан. Кришна Дас Бабаджи Махарадж, он никогда не уставал. Разве он принимал какие-то витамины или минералы? Нет, если видеть жизнь Кришнадас Бабаджи Махараджа. Like
Он ел очень простую еду и всегда совершал киртан. Когда Бхактивиданта Свами Махарадж оставил свое тело, то организовали большую процессию в его честь, и Кришнадас Бабаджи Махарадж все время он совершал киртан на этой процессии. У него была какая-то особая мриданга, и он с группой преданных они совершали киртан. Очень долгое время не ели, не пили, не отдыхали за это время. Но мы всегда стремимся как-то отдохнуть. Но этот наш отдых – это не настоящий отдых. Мы И вот наш отдых, он должен быть в Харибаджане. Вы понимаете, что я хочу сказать? Если мы отдыхаем, но этот отдых, он должен быть в Харибаджане. Во сне можно Харинаму повторять, например, слушать Харикатху. И таким образом мы должны думать так. Если мы спим, то это тоже часть баджана должна быть. Иначе майя, она ищет возможность какую-то, возможность, через которую она может войти в наше сердце. И Кали тоже она И вот таким образом мы, это может стать причиной нашего падения, поэтому мы не должны позволять ни какой секунды для майи и для кали, чтобы войти в наше сердце и причинить какие-то проблемы. И таким образом мы должны поддерживать наш баджан. И так или иначе, я начал вот с этой шлоки. Sri Chaitanya Prabhu Vande Bala Yupi Jadanu Graha Tarinna Namata Graham Vyakto Siddhanta Sagaram. This slok is where from? И вот это шлока из Шри Чайтаньи Чайтамриты. Шри Чайтанья Прабху Ванде, мы возносим молитвы лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху по милости его и Нитьянанды. Я могу пересечь этот океан Сиддханты. В этом океане Сиддханты различные пандиты спорят друг с другом, а мы не собираемся с ними спорить, а мы хотим принять прибежище в гор Нитьянанды, поскольку от имени Кришнадас Кавирадж Госвами, который пишет в Чайтанье Чайтамрите, вот там говорится, что даже ребенок, как Ачьютананда, и вот этот Ачьютананда, он тоже может говорить прекрасную Сиддханту. И вот если мы станем Бхакта Бхагавата, то мы сможем говорить о Бхагаватам. И вот когда Ачьютананда сказал своему отцу, что ты говоришь, что кто гуру Гуранги, поскольку он сам Господь, и вот from then
Вот потом история с Кави Карнапуром, когда он получил милость от Господа, то он до малого возраста он начал писать прекрасные книги и прекрасную Сиддханту, и он стал Кави. И его поэзия, она была очень высокого уровня. Madhava Utsav written by Jiva Goswami Pad. So rare books actually. And Kavi Karnapur also writing big books. Say Krishna Chaitanya, I think big books. I have in my soft copy. Big details discussion. Krishna's Kaviraj Goswami. Full discussion. Whether mercy of, you know, и вот Дас Кавирадж Госвами также по милости Господа он написал вот книгу Шри Кришна Читания. И вот Кави Карнапур, он написал много стотр также. И вот Кави Карнапур, когда он стал, и вот Гоу Ганандаш Дипика тоже им написано, и как он ее написал. Он написал эту Гаргадж Дипику, чтобы показать, кто есть кто в различных лилах, чтобы вдохновить нас. И сегодня день ухода Девананда Пандита. Я хочу сказать о нем, поскольку вот он как-то связан с этим. В тот день Кави Карнапур, он когда написал свою Гор Ганандаш Дипику, то этот Девананда Пандит, там он был Бхагури Муни в Кришналиле. В Кришналиле на собрании Нанды Махараджа, там каждый день собрание у него происходило. Все образованные люди, пандиты, кави, они приходили и вот он там раздавал пожертвования каждый день им также. И вот Бхагури Муни, он тоже приходил давать какие-то советы Нанди Махараджа, и мы знаем вот Кави Карнапура. Why I am not going to avoid this topic, this has some reason. As the disappearance day coming or appearance day of Kesava Goswami Maharaj? Forget. So that day I can discuss why Parabhujar Kesava Goswami Maharaj is going to keep this name, Devananda Gaudiya Math. Why? Has some secret reason. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж тоже по какой-то причине он назвал свой матх Девананда Гауди Матхом. И вот если мы будем помнить о Девананда Пандите, то мы сможем помнить то оскорбление, которое он совершил. Если мы... И вот он совершил оскорбление, осознанно или неосознанно. Если мы будем совершать какие-то оскорбления, то мы не сможем спастись от этих оскорблений. Если мы совершаем какое-то оскорбление, то будем вынуждены страдать от его последствий. И вот Девананда Пандит, он не был прямо вовлечен в это оскорбление, но все же был вовлечен, поскольку он был этим лидером этих студентов.
И вот не было никого, кто мог бы объяснять Бхагаватам так, как Девананда Пандит, но все же у него не было чистой преданности гьяны в его сердце. И вот это гьяна. И вот не было чистой преданности в нем бхакти. И если бхакти не было в нем, то если мы зависим от гьяны, то мы в итоге будем обмануты, поскольку гьяна не может принести успеха в нашей жизни. Но так или иначе, в Шри Чайтанья Чаритамрите это наивысшая книга, даже больше, чем Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанья Чаритамрите такая книга, хотя они не отличны от Бхагаватам, но все же я могу сказать, что это больше, чем Бхагаватам. Поскольку в Шри Чайтанья Чаритамрите, читание Бхагавати, мы можем найти такую идеальную сиддханту. В моей жизни, если у меня будет возможность объяснить читание Бхагавату, читание Чаритамрите, то я буду думать, что это милость Кришны. И так или иначе, если у нас будет возможность объяснить, то тогда мы поймем, почему Махарадж говорит так. Это не будет отклонением от сиддханты, поскольку вот Шри Чайтанья Чаритамрите мы можем найти, там можно найти и такую идеальную сиддханту. И вот Шри Чайтанья Чаритамрите мы можем найти но все же можем изучать их, но мы должны слушать от Гуру Вайшнавов, поскольку они источники трансцендентного звука, и с их помощью можно правильно понять эти все писания. Однажды между Мадхава Госвами Махараджем и Панча Таркаратной, это пандит какой-то в Шьямнагаре жил. Вот, после Баракпура там Шьямнагар есть, и там он поехал встретиться с ним. И вот Мадхава Госвами Махарадж был тогда давно достаточно было, и вот этот пандит, он хотел, думал, что же читание Чаритамрита такая очень простая книга, поскольку и Мадхава Госвами Махарадж, когда он услышал это, он очень разгневался и я хотел доказать этому пандиту, что он может образован быть, но нельзя, не может говорить, что он знает всю читание Чаритамриту. И он хотел проверить его. И вот из читания Чаритамриты мы получаем такую прекрасную сиддханту о том, что гьяна карма, она не может дать результат нам без милости Бхакти Деви. Если мы обретем успех на пути гьяны, мы можем практиковать гьяну или карму, карма-йогу или гьяна-йогу, но они не могут дать нам результат без милости Бхакти Деви. Если мы достигаем успеха на пути гьяны, то там бхакти, оно оказывается примешано к этой гьяне, и поэтому мы достигаем успеха. Вот подобно тому, если мы делаем какой-то напиток сладкий, то сахар добавляем туда для вкуса. И таким образом, гьяна-карма, если она не связана с бхакти,
даже если там немного бхакти не будет, то мы не сможем достичь успеха, если это полностью лишено бхакти, преданности. Этот путь гьяны, то мы не сможем достичь успеха там. И без милости Бхакти-деви никто не может стать успешным. Это много раз доказано уже. Не только это, Шримад-Бхагаватам также. И в Бхагаватам, в прославлении Бхагаватам можно найти Бхакти-деви. Она... И вот когда совершали киртан, и Верховный Господь явился во время этого киртана. Прохлад, он играл на каком-то инструменте, Индра Махарадж на мриданге, Арджуна на караталах, на вине, и вот все они явились. So it is not a, you know, false philosophy. Это... Anyway, now actually Devananda Pandit. И вот Девананда Пандит, он был несравненен в то время. Он знал Бхагаватам. Он мог цитировать это, читать это Бхагаватам, и подобного ему в Новодипе никого не было. Но он объяснял все эти шлоки на основе гьяны, а не основе бхакти. Хотя Бхагаватам полно бхакти, полно преданности. И это очень нектарно, и Шанкарачарья, он вынужден был избегать Шримад-Бхагаватам специально, поскольку если бы Шанкарачарья, он принял бы помощь Бхагаватам для того, чтобы утвердить Майваду, он не смог бы этого сделать. И поэтому он избегал Бхагаватам, поскольку Бхагаватам не отлично от самого Шри Кришны. Кто такой Бхагаватам? Он же Шри Кришна. И поэтому Шанкарачарья избегал Бхагаватам. И вот, смотрите, Шанкарачарья, он хотел избежать Бхагаватам. Бхагаватам, он полно расататвы. Но Девананда Пандит, он объяснял Бхагаватам, но не так, как не идеально. Однажды Шивас Пандит, он отправился слушать Бхагаватама, посмотреть, что там происходит. И вот он сидел среди слушателей и услышал какую-то шлоку, и Шивас Пандит не мог сдержаться. Он начал плакать, кататься по полу. И эти другие материальные эти слушатели, они пришли как бы учиться у этого Девананда Пандита, и они думали, что он тут беспокоит их, и взяли его и выкинули, взяли этого Шивас Пандита и вытащили за пределы этого помещения, где... И это было оскорбление со стороны слушателей и со стороны этого Девананда Пандита. Поскольку если в храме что-то опасное случается, то Гурудев, он ответственен за это. Ему надо страдать из-за этого. Мы в нашей жизни видели, как Гурудев, насколько он был осторожен, если какие-то... какой-то глупый пуджари сжег этот алтарь, то Гурудев страдал от этого. Что вот, и потом выяснялось, что какой-то вот этот бестолковый пуджари лампаду подносил неправильно. В общем, не заметил, и эта лампада перевернулась, и, в общем, вся одежда там сгорела у божеств, ну и божеств, соответственно, обожгла. И вот Гурумар страдал от этого, и потом через пару часов новость пришла, что это случилось. И вот
это Шрила Пури Махарадж, до того, как пришла новость об этом, он уже чувствовал и страдал от жара. Гирирадж, он не отличен от Кришны. И так вот какой-то пузарь служил его, что сжег всю его одежду на нем. И вот однажды была Викаха Гаурганатхара в нашем храме, тоже там было бестолковое пузарь какой-то. Он пытался поменять одежду, и он чуть не упал, но как-то удержался, и после того, как арчана закончилась, он позвал этого преданного, который служил таким образом, и он сказал, что ты таким образом служишь моему Гуру Гададхару, ты ему причиняешь боль. И говори, что ты сделал внутри алтарной, говори, не надо скрывать ничего. И вот он рассказал, что случилось, что Гададхара чуть не упал, его поймал как-то. Но Гададхар уже сказал Гуру Махараджу, что вот так. Этот пуджари очень плохо служит. И вот такой духовный лидер, он ответственен за все, что происходит в храме, и царь какой-то страны, он тоже ответственен за все грехи, которые совершаются в его царстве. И вот этот царь, он получает шестую часть всех грехов, которые совершают его подданные. Each countryman making any, you know, sinful activity, king will have to bear one sixth part. It is actual scriptural analysis. Или какая-то жена, если делает какие-то грехи, муж тоже частью грехов на себя получает. Какой-то ребенок, если что-то делает, отец и мать тоже часть его грехов на себя принимают. И поэтому не пытайтесь стать гуру. Это опасно. И Рамануджачарья спрашивает, можете ли вы доказать, что царь не может быть никогда набожен? Вроде все цари набожные, но нет. Царь не может быть таким набожным, поскольку муж лично, он, конечно, может быть набожным, но шестая часть грехов всех его подданных, она к нему автоматически приходит. Почему? Кулашекар, царь Южной Индии, он был самый набожный. Он был такой набожный, что невозможно представить, но все же он оставил все и занялся, и пришел на путь чистой преданности. Юдхиштхира Махарадж, он тоже был очень обеспокоился о своих подданных. Когда Юдхиштхира Махарадж смотрел, что видит, что раньше лучше они себя вели, а сейчас они, их поведение показывает, что кали пришло. И вот Юдхиштхира Махарадж совсем недавно видел, что они всему следуют, но потом, через какое-то время, он увидел, что уже все поменялось, и он подумал, что уже кали приходит. И вот никакие цари, царь в этом мире не может быть набожным, таким безгрешным. Конечно, Юдхиштхира Махарадж или какой-то другой великий преданный с помощью своего баджана может сжечь все эти грехи, но как всегда Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, мы видели, он своим баджаном, я чувствовал своим сердцем, что он с помощью своего, благодаря своему баджану, он
сжигал все грехи, которые совершали его последователи. Люди, какие-то глупые люди, говорили, что он просто сидит и ничего не делает. И вот наша Гуру Варга, наш Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакура Кешава Госвами Махарадж, мы очень удачливы, что у нас есть возможность обсуждать их жизнь. Если мы будем изучать Бхагаватам, Веду, Веданту, Панишаду, все же мы не обретем результат, который мы хотим обрести. И поэтому часто я говорил об этой шлоке. Мы можем изучать Бхагавад-гиту, но как достичь преданности, а если изучать, обсуждать жизнеописание Гуру Вайшнавов, это ключ к успеху. И вот мы должны изучать жизнеописание Гуру Вайшнавов, и автоматически Кришна, он вынужден будет даровать нам милость. И вот мы должны обсуждать онтологические, морфологические аспекты жизни Гуру и Вайшнавов. Если кто-то говорит мне что-то сказать о славе Гуру Вайшнава, то Бабаджи Махарадж всегда больше уделяет внимание онтологическому аспекту, это учению Гуру и Вайшнавов. Is the border place of Assam and Sikkim. I've been there. They requesting me, and now also they are requesting one time long ago. Now from there, actually, one devotee of Bhangusri Maharaj, they opening one big school. И вот один ученик Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, он с этого Кумаргама, это где-то на границе Ассама и Бенгала, вот там они позвонили Бабаджи Махараджа, и хотели, чтобы Махарадж что-то рассказал о Бхактивиданте Вамане Госвами Махараджа. At least half an hour or 35 minutes I speak. And then they are getting giving dandavat to me. И Махарадж около получаса говорил о его славе. Hearing your how this telephone, they mouthpiece they touch with one, they fit with one loudspeaker, they are at least 800 people they are hearing at present your Harikatha. I'm really okay, they know hearing Harikatha. So within that short period also, I wanted to touch the Bani Sarva Bhangusi. И вот Махарадж, хотя даже по телефону, он, но все равно он рассказал о славе вам, Махараджа, и о его учении. И вот если мы не поймем Вани Сварупу учения Гуру и Вайшнавов, но если мы хотим достичь успеха, то мы должны уделять больше внимания учению Гуру Вайшнавов, а не просто где они родились, женились и прочее. То есть важно уделять внимание их учению. И вот читание Бхагавати, читание Чайтамрити можно. Там у нас есть возможность. Discuss this point. What I was discussing just before. Shivastakur was there. Вот Шивастакура, в общем, когда вы выкинули из этого места, где Деванада Пандит, он
объяснял Бхагаватам, это было оскорбительно. И с тех пор Девананда Пандит, он понял, что он совершил какую-то ошибку, оскорбление из-за того, что он не остановил своих слушателей. Но потом он получил возможность служить Вакрешвар Пандиту. Вакрешвар Пандит, он из Арисы происходил, где Спури, откуда-то с той области. И вот Вакрешвар Пандит, он получил возможность, он танцевал. Он мог 48 часов танцевать непрерывно. Это тяжело поверить. Он был подобно в состоянии самадхи, в таком состоянии он танцевал. И Махапрабху был очень доволен им. И этот Девананда Пандит, он получил возможность служить этому Вакрешвар Пандиту. И вот когда он танцевал там, он как-то оградил это место, чтобы ему никто не мешал, и также умахивал его апахалом этот Девананда Пандит. И вот таким образом он служил ему, и Махапрабху стал доволен им. И однажды, когда Гауранга Махапрабху пересек Гангу и шел мимо того места, где Девананда Пандит объяснял Бхагаватам, то Гауранга Махапрабху, он сказал: у тебя нет права читать Бхагаватам. Иветар Бхагавате кон одикар, in Bengali speaking. Иветар Бхагавате кон одикар. И тогда Махапрабху, он дал ему совет, чтобы он следовал Гуру Вайшнавам, чтобы он помнил, и также мы должны помнить, когда Валлабхбата, он хотел оскорбить Сидас Госвамипада, то Махапрабху, он стал подобен льву и сказал, что ты подобен, подобен неверной жене, что если ты Сидас Госвамипад по милости Нарисимхадева, он по его милости, он знает все о Бхагаватам. Бхагаватам — это сам Шри Кришна, и по милости Нарисимхадева он знает все. И по милости Нарисимхадева Шридас Госвамипад, он знает все. И ты оскорбляешь его, ты не хочешь принять его объяснение. И потом Махапрабху сказал ему, что ему, если ты пишешь какой-то комментарий, но их нужно писать под, в соответствии с Шридас Госвамипадом. Не нужно никак его оскорблять или не уважать, это большое оскорбление. Если мы совершаем меньше баджан, это более-менее пойдет, но оскорблений мы не должны никогда совершать. Мы должны увеличивать наше терпение, наше смирение для того, чтобы и вот таким образом Махапрабху дает такое такое наставление, чтобы мы lesson to Devananda Pandit.
что вот Махапрабху дал урок Девананда-пандиты, мы должны помнить это всю жизнь, чтобы не совершать никаких оскорблений. И не только это, а также Кешав Госвами Махарадж, почему он назвал свою матку Девананда Гаудия матком, чтобы мы помнили, что мы не должны совершать никаких оскорблений. Поэтому Кешав Госвами Махарадж он назвал свою матку в его честь. И вот Девананда пандит получил возможность так искупить свои оскорбления служению Вакрешава пандиту, и Махапрабху стал доволен им. И он обрел преданность. Иначе преданность — это не шутки. И вот я вынужден был сказать об этой Сиданте, и в то же самое время я сказал о Девананда пандите, о его Сиданте. И вот сейчас я хочу сказать главное, что о той шлоке, с которой я начал, что если кто-то обретет полную милость Нитянанды Гуранги, то он даже маленький мальчик, какой-то же ребенок, он может говорить о прекрасной Сиданте. И вот можно вспомнить, что компромиссы, они не позволены на пути чистой преданности. И из Махабхараты мы находим, что те махаджаны, мы должны следовать великим душам. Я говорил уже, что малейшее отклонение от пути Гурудева, оно скинет нас с пути Баджана. И вот какой-то споры идут о дживатме и о вечной сварупе этой дживатмы. И вот какое-то время назад Махарадж говорил о этой дживасварупе, но это не совсем закончено было. И вот сейчас Махарадж хочет И вот Махарадж приведет примеры той группы, которая говорит, что вот эта шлока, она, ну, в общем, приведет аргументы обоих этих сторон. All I can discuss, so I promise you, you can remember, on December I can touch. I'm very sorry, December already going to be finished, but still I can fulfill my commitment. And December already, December going on. So December I told you touch, I can touch, today I touch. The first part of my speech, it is not that it is a no link. First part, I'm discussing about Devananda Pandit, but still have some link. И вот мы не должны совершать никаких оскорблений, то, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Джива Госвами Пад, Баладевиде Бушан, Вишвана Чакравати. Все мы должны изучить и выявить настоящую сиддханту. Но вначале, когда какая-то сторона, вот в этом вопросе одна сторона говорит, что сварупа дживы не определена, а другая сторона говорит, что сварупа дживы всегда определена и не изменяется.
И вот первое, я хочу объяснить, что Джива Сварупа, почему не фиксировано, не определено. Вот Махарадж не хочет себя помещать ни на одну сторону, ни на другую, быть всегда в соответствии с Гуру-варгой, Шрила Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Вот Пабаджи Махарадж уже написал эту книгу, давно достаточно, и забыл о ней. Это лет 20 назад было, наверное, где-то. И вот сейчас Махарадж будет приводить аргументы этих обоих сторон о том, что Сварупа Джива определена и не определена. И вот, будучи на нейтральном уровне, я буду приводить аргументы обоих. И вот первые говорят о том, что Джива Сварупа не определена, изменяемая, имеется в виду. И вот кто такая Джива? И вот душа Джива, она исходит из татаста Шакти Кришны. Джива, все бесчисленные Дживы, они исходят из татаста Шакти Кришны. И вот татаста Шакти, у нее нет места в Сваруп Шакти. Есть Джива Шакти, Майя Шакти и Чит Шакти. Майя Шакти и Джива Шакти. И вот чистая Чит Шакти. Чит Шакти значит Сваруп Шакти, внутренняя энергия. Но Джива Шакти, у нее нет места внутри Сваруп Шакти. И поэтому одновременно Джива Шакти, она внутри Кришны и также не внутри. Она с Кришной и без Кришны одновременно. Это Махарадж может доказать это утверждение. И вот Джива Шакти, она из Кришны происходит, несомненно. Но все же у Джива Шакти нету места, не может она обрести милость Сваруп Шакти. Сваруп Шакти, она внутри Кришны. Без милости Сваруп Шакти никакая Джива может обрести бхакти, понимаете? И вот, но Махарадж говорил уже, что нету у Дживы, то, что у Дживы нету ни капли преданности, нельзя в это поверить, есть доказательства обратного. И хотя прямая сварупшакти не возможна, но все же я вынужден был сказать в тот день, что если в Дживе нету ни... То есть нельзя поверить в то утверждение, что у Дживы нет ни капли преданности. Но смотрите, внутренняя энергия, она в Кришне всегда. Но все в этом мире, что от Джива Шакти говорить, Джива Шакти и Татаста Шакти, они одновременно и с Кришной, и без Кришны. И вот суть в том, Кришна — это Ачинтья Беда, Беда Татва. Читание Махапрабху говорил об этом. И вот сейчас прямо или косвенно все исходит из Кришны. Как вот как в математике, прямо или косвенно все исходит из Кришны. И нету споров на эту тему. Вот эта шлока доказывает. И вот в этой шлоке говорится, что из Махавишну все исходит из пор его тела. В каждой поре его кожи находятся бесчисленные брахманды. Кто такой Махавишну?
И вот этот Махавишна, он исходит из Кришны. Насколько велик Кришна. И вот сейчас суть в том, что и вот первое. Кришна, у него есть бхакти или нет? Вот есть самша и вибинамша. Свамша, в следующий раз Махараджа объяснит, что такое свамша, что такое вибинамша. Все это научным образом Махараджа объяснит в следующий раз. И вот сейчас Кришна, есть ли бхакти у Кришны или нету? Первый вопрос. Если у Кришны нету бхакти, то если бы не было это у Кришны, то в Дживе тем более этого бы не было. И вот если мы будем пахтать воду, то масло мы никогда не получим, поскольку нет возможности получить масло из воды. Но если пахтать молоко или йогурт, то получим масло соответственно. Поскольку потенция, возможность получения, вероятность есть получения масла от йогурта или молока. Но смотрите, Дживерасу Пахой Кришна Нитьядас, но Нитьядас, а не Нитьябхакта. Но почему именно слово «дас» используется здесь? Почему Кришна Дас Кавирадж Госвами, он не написал «Дживера Сварупа Хой Кришна Нитьябхакта»? Почему Нитьядас именно используется слово здесь, не «бхакта»? Поскольку «бхакта» значит, если мы не начнем прямое служение, то нельзя сказать, что мы преданы. Почему Кришнадас Кавирадж Госвами использует такой научный термин «дас», значит, уже как бы преданный, но не совсем. Почему? И вот Кришнадас Кавирадж Госвами не использует это слово, не говорит он «нитя бхакта», а «шанта Госвами Махарадж». И вот Шанта Госвами Махарадж, он написал, что «Джива Сварупа Хой Гуру Нитьядас». Это более точно. И вот смотрите. И какова разница между этими словами? Например, мы потеряли нашего отца. Вот потерялись с нашим отцом, отец не может нас найти. Может, в детстве с ребенок потерялся как-то, и отец найти его не может. И вот он, отец говорит, что он потерял отца, а отец говорит, что сына потерял. Вроде бы правильно, но отец... Посмотрите, связь отца и сына, то есть отец думает, что сын его сын, а сын думает, что отец его отец. Эта связь между ними, она не потеряна, хотя они друг друга физически потеряли, но отношения друг к другу как отцу и сыну они не потеряли. Так и здесь мы потеряли объект нашего служения Кришну. Но это отношение мы не потеряли, это отношение к Кришне как объекту своего служения. Хотя Кришну физически мы потеряли. И вот Джива, хотя не служит Кришне какое-то время, служит Майе, но это отношение, это
осознание, что мы вечны, что Кришна, Он вечный объект нашего служения, то оно есть все же. Хотя мы можем забыть его на какое-то время, но так или иначе мы вынуждены будем признать, что нет, что все прямо или косвенно служат Кришне. И вот даже в Библии там как-то говорится, что Иисус, Он слуга Господа. I am the servant of that. I am the son of that supreme Lord. И вот этот Иисус говорит, что он никогда не говорит, что он верховный Господь. Он говорит, что я сын того верховного Господа. I'm the messenger. Что он его посланник. Hello, Paigambar also in Muslim, he also messenger. И в исламе тоже говорится, что вот он пророк, не этот, не называл себя Верховным Господом, а говорил, что он его посланник. И вот и в Библии также говорится. И вот говорится, что те, кто совершает какие-то оскорбления, они на в ад навсегда попадут, а те, кто какие-то благочестивые поступки совершают, то в рай попадут. И вот однажды к Махараджу пришли какие-то христиане пожертвования просить. Давно было, когда он еще ребенком, ну, этим студентом был. И вот, вопрос. Он задал, подобно тому, как мать может иногда наказывать ребенка, иногда поощрять. И также для... Мы как и являемся также детьми Верховного Господа, то... Он не смог ответить на этот вопрос, то что вопрос был в том, что как мать иногда наказывает ребенка, иногда поощряет, но не так, что если поощряет, то всю жизнь поощряет, если наказывает, то всю жизнь наказывает. Так и так и с Господом должно быть что-то похожее, а не так, что если что-то мы не то сделали, то нас всю жизнь будет наказывать только или поощрять. То есть это глупо как-то, ну, этот христианский, этот миссионер, тот ничего не мог ответить на этот вопрос. Fago, this word, they want to prove this is meat. But fago doesn't mean meat. Also, Muslim Sampradaya, they want to prove. В Библии кто-то утверждает, что Иисус ел мясо, а если оригиналы посмотреть, то выясняется, что не ел. Там просто так перевели в свою пользу. Мама. Мама. Мама, you should take butter, honey, bread, fruits, it is written there. Потом про Мухаммеда тоже говорится, что он тоже вегетарианство придерживался, потом это все извратили. Если так изначальные тексты почитать, то там... Написанное отличается от того, что сейчас проповедуют. И вот I can put some question, they cannot answer properly. So now point is that
И вот суть в том, что вот Дивера Сварупа Хоя, Кришна Нитьядас, это такое идеальное представление о Дживе. То есть, подобно тому, как отец с сыном, если потерялись, то их отношения не теряются. Хотя они физически потерялись, даже если мы потеряли отца лет 30-40 назад, то все равно мы относимся к отцу, к нашему отцу. То есть, хотя мы физически его потеряли, то отношения наши не потерялись. И также Дживера Сварупа Хоя, Кришна Нитьядас, более правильно, чем Нитья Бхакта. И вот второе, как можно сказать, что у Кришны нет преданности, поскольку если бы не было этого в Кришне, то у нас не были бы, не было. В шастрах Бхагаватам говорится, почему Кришна следует преданным? Почему Рамачандра следует преданным? Почему Гуранга Махапрабху следует преданным? Почему Гуранга Махапрабху служит Шивас Пандиту? Почему? Вот когда он, например, носил его эту мокрую одежду с Ганги, и вот Нимай он помогал носить какие-то сумки этому Шивас Пандиту. У него, поэтому можно видеть, что преданность у него есть, но она немного другая. Как дживы служат Кришне, а Кришна, когда он хочет служить своим преданным, его такое чувство немного отличается. Но преданность, она несомненно есть в сердце Кришны. Иначе почему Кришна говорит, что он хочет взять пыль с лотосных стоп всех преданных? Почему Кришна говорит в Радхаране вот такие слова? О, Радхарани, пожалуйста, помести свои лотосные стопы ко мне на голову, чтобы успокоить мое сердце. И Кришна говорит Радхарани такие слова. И что это значит? И что Бхагаван, он Бхакта Бхактиман. Бхагаван, он Бхакта Бхактиман. Преданные они Кришна Бхактиман или Вишну Бхактиман. Они служат Кришне преданные, а Кришна хочет служить своим преданным. Иначе почему Кришна говорит? Почему Кришна говорит такие слова? В Бхагавад-гите это что-то. Любые преданные, совершающие какую-то преданность, я возвращаю им такое же отношение. И Кришна говорит, что у него тоже есть преданность его преданным. У Кришны есть преданность, и у Дживатмы, и нельзя сказать так, что у Дживатмы совершенно нет преданности. Даже запаха преданности у них нет, нельзя утверждать. Как пример такой, если мы поместим какую-то камфору в какую-то емкость, и потом оттуда ее забрать, и даже если закрыть эту емкость, то даже через несколько лет, если открыть эту емкость, то запах останется. И тогда дживатма, они, по идее, должны служить Кришне, но служат они не служат. Это одно. Их смотрите, их служение Майи – это тоже извращенное служение Кришне. Они, по идее, должны служить Кришне,
Но эта Кришна Сева, она явилась в форме Майи, и так они служат Майи. У Кришны есть преданность для преданных, а у преданных есть такая преданность к Кришне. И вот эти дживатмы могут совершать какую-то майя-севу, но возможность, она есть в них, служение Кришне. И вот сейчас я показываю, что возможность бхакти, получения бхакти все уже есть в каждой дживе. И вот с другой шлоку из Бхагаватам я хочу объяснить, Бхагаван Шри Кришна говорит, что я следую за всеми преданными. Почему? Вопрос Удавы спрошен. Удава спрашивает, почему Кришна идет за всеми преданными. Есть причина этому. Какова причина? И вот... Что я следую за преданными, почему? Поскольку если преданные куда-то идут, то пыль с их лотосных стоп, она поднимается. Я хочу принять эту пыль на мою голову, чтобы эта пыль с их стоп, она очистила меня. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он говорит, когда эти... Вот как Санатан Госвами заболел какой-то проказой и не хотел, чтобы Махапрабху прикасался к нему, а Махапрабху все равно силой обнял его и сказал, что у тебя такая огромная чистая любовь к Шри Кришне, которую нет у меня, и поэтому я хочу обнять тебя, чтобы получить эту любовь. Если мы поймем, что, кто такой Кришна, и Шри Чайтанья Махапрабху, мы не сможем оставаться на одном месте. Мы хотим, будем вот, всегда петь вот это, эти киртаны. You have to sing, like what you have to go, like crazy, running here and there, try to watch, where is gold, where is Nithananda? It is written that they also go Nithananda being Leela, but why I cannot see? But you have to cry, like crazy. You cannot stay. So you are going to pay attention to small, small thing. You are going to miss that, you know. И вот из-за того, что мы отвлекаемся на какие-то мелкие, незначительные вещи, мы иногда упускаем нечто великое. И вот сейчас я показал, что дживатмы, у них всех есть эта возможность бхакти, возможность служения, но прямо этой преданности не всегда она есть. И вот если какая-то дживатма получает милость своего бхакти, то без этой милости нельзя получить бхакти. Может, эта милость она не прямо исходит, а через гуру или вайшнава. Без милости Гуру Вайшнавов мы не можем обрести преданность. Без милости Сваруп Шакти мы не можем обрести бхакти. И вот суть в том, в Упанишадах говорится, Кришна говорит, поскольку нет никого,
Перед творением никого не было, когда творение началось, оно, я не могу сказать об этом. Кришна вечен, все души вечные, творение тоже вечно, и оно безначально. И когда это творение началось, говорится, что Анади, это нельзя сказать, оно вечно. То есть тяжело сказать, невозможно сказать, что раньше началось или кто раньше явился, Гуранга или Рада Говинда, поскольку в вечном мире все вечно. Хотя мы видим, вот в этой шлоке, например, но у нас не должно быть ограниченной концепции, ограниченного понимания Господа. Если мы как-то ограничиваем его в начале или в конце, то мы потеряемся. И вот когда творение началось, тяжело сказать. Оно вечное, потому что и вот Радхарани, она не отлична от Кришны. Са, Эва, Са, из прославления Бхагаватам. Там говорятся такие слова, что они не отличны друг от друга. We think it's separate picture, not it's same. Now point is that. И вот суть в том. Кришна speaking. Кришна говорит ко Агам Бахушьям, что я один, един уникальный Адвагентатва. What is it? Бхагавати таттавидам саттабьяджган адаям брахмети бхаваните, параматмети саттате. All I am giving evidence. So, tatta is one and и вот татва одна едина, и наша глупость о том, что татва, она одна и едина, если мы это почувствуем, то мы перестанем сожалеть о чем-то, но все же единение возможно. Различие в единстве, единство в различии. Но Бхагаван Шри Кришна говорит, что я был один. Он был один и стал многим. Но все же это Адвагентатва, она не Кришна, когда он принял форму всего творения, он все равно остался один. И вот если Адвагентатва может явиться, что я Адвагентатва, все же она может, вот, то есть, хотя он един, он может явить себя во множестве образов, во множестве творит, во всем творении, и поэтому для Кришны нет ничего невозможного. И вот. И вот Махарадж сейчас говорит в пользу вот одной стороны, что, который утверждает, что у Дживатмы нету определенной сварупы. И сейчас Махарадж приводит аргументы в пользу этой стороны. И вот Дживатма, она бесчисленные, они исходят из Кришны. И вот дживатма, она без... эти дживатмы души, они бесконечны, они исходят подобно лучам солнца. Татастха Шакти, это формы Татастха Шакти, и вот они исходят из того же источника солнца. То есть Кришна, он олицетворяет собой солнце, и из него исходят бесчисленные дживы, которые подобны солнечным лучам.
Кришна, он нейтрален, он не может каких-то дживатма делать какой-то шантараси, в какой-то или в какой-то иной расе. То есть, если бы Кришна это делал, он был бы каким-то не нейтральным. И вот все дживатмы, они исходят из Кришны, у них есть это по идее, они все должны быть одинаковыми. Кришна, подобно тому, как лучи, исходящие от солнца, они все одинаковы. И также нельзя поверить, что Кришна был пристрастен к каким-то дживатмам и разделил их на какие-то разные сварупы. То есть, если логически подумать, то это не может быть так. И вот в Бхагавад-гите также говорится, вот о размере джив, что все одинакового размера. И и вот так все получается, что если логически подумать, то все эти дживатмы, они одинаковы. Они могут совершать баджан, как-то встретиться с гуру и вайшнавами и изменить свое умонастроение и начать харибаджан. С помощью они могут принять прибежище у Гурупад Падмы и совершать служение, и таким образом обрести служение, и это зависит от гуру, от которых они принимают прибежище. В Джайвадхарме мы видим такие примеры, и так или иначе они обретают раса бхаву в зависимости от своего общения, от своего гуру. Но все это должно постепенно происходить, а не так, как стахаджи делают. У дживатмы нет стабильности. Так вот, в Упанишадах пример приводится с Упаманью, как его Гурудев проверял, но Упаманью все равно не оставил веру в Гурудева, хотя Гурудев его наказал всячески, лишал многого. Даже когда Упаманью и вот даже когда Упаманью обрел таттва-гьяну, были где-то, и Гурудев сказал, что он выглядит так, как будто он уже обрел таттва-гьяну, но Упаманью сказал, что я хочу от вас узнать также о таттва-гьяне. И вот он начал слушать о таттва-гьяне от Гурудева, и это практически он смог это все осознать. И также мы можем купить много книг о раса-таттве, но чувство, кто нам чувство и осознание даст? Мы не можем просто прочитать книги и сразу стать гопи, это невозможно. И поэтому мы должны быть очень осторожны. Brahmanda Brahminda Guna Bhagavan Ji, Guru Krishna Prasadamai Bhakti Lala Vedismit, by the mercy of Guru Vaishnava. И вот по милости Гуру Вайшнав мы можем обрести какое-то решение в нашей жизни, поскольку как например, какое-то бревно может плавать в океане долгое время и не
is attaining Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Bhamite Guru Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad Bhai. Ну и плавать без, не прибившись никуда. И так вот дживатма, они долгое время, они подобны этому бревну, плавают в океане, но по милости Гуру Вайшнава, когда они обретают эту милость, они обретают силу также. Они видят могущество Гуру Вайшнава. Я уже говорил о Шри Бхакти Прадип Тиртхи Госвами Махараджи, когда он увидел Шрилу Прабхупаду в йога-питху, он был очень впечатлен. Шрила Прабхупад был, сиял, как сотня солнц. Он осознал, что, что нужно принять прибежище у такой великой личности. И он в этот же день принял прибежище у него, и таким образом у Гуру Вайшнавов есть какая-то великая сила, она может быть не видна кому-то. They are not having humanity. Inhuman activities they are showing in the apron of devotion. Sannyasi and brahmacharya. I'm bound to speak in Vyasasa. What to speak? Его деградация человечности очень опасна. So degradation of humanity means at least. Что это значит? По крайней мере, у нас человечность какая-то должна быть. At least you should have that kind of qualities which we can. Такие качества, которые можно ожидать от какого-то идеального человека. И вот, кто-то, вот одна сторона утверждает, что согласно общению нашей саду-санги мы обретаем эту сварупу. И вот, after that time can permit me when I can start argument about that second party. And ultimately, you know, from which party I am, I can identify myself after that. Вот, okay. Будет говорить сейчас с Барбой. Си Чайтанна Прабхум Ванде, Бала Йопи Джаданам Груха, Тарина Намата Врахям, Вяттам Сиддханта Сагарам, Ванча Карпатрушки Бастандарича, Парфитана Бабам Гошна Крюна. So all my papers are in rock form, you see, for a long time. I cannot complete because no time. He is pulling me there, he is pulling me there, he is pulling me there. Where to go? Okay, any question you have up to this point? Up to this point, what question you have? Any effective question? What question you have? You mentioned that jivas, they pass the shakshi. Джива – это татаста шакти. Вот Махарадж говорит, что джива – это татаста шакти, а не сваруп шакти. А без милости сваруп шакти никакая джива не может обрести бхакти, но возможность обрести есть. То есть бхакти она не обретет, но возможность обрести есть. Только по милости Гуру и Вайшнавов, если мы, они увидят, что мы действительно искренне, если у нас какое-то лицемерие есть, то Гуру и Вайшнавы, они не примут нас. И вот очень важная тема, если наш Гурудев, он примет нас как нашего настоящего, как настоящего ученика, то мы обретем милость. А если кто-то приходит, чтобы получить деньги, уважение, положение в обществе какое-то, то Гуру Вайшнава не игнорирует таких людей. Хотя внешне, может быть, выглядит, что кто-то ученик какого-то гуру, но они могут быть лицемерами также. Вот математически Махарадж следующий день все это объяснить.